Появился первый зарегистрированный претендент на пост мэра Красноярска. Заявление на участие в конкурсе по отбору кандидатов подал Михаил Пашин. Теперь его документы рассмотрит комиссия. Известно, что Пашин – предприниматель и председатель правления нескольких общественных организаций, а также учредитель уже ликвидированной строительной компании. Теперь претендент должен представить в комиссию по выборам программу социально-экономического развития города. Напомню, 2 августа горсовет принял досрочную отставку мэра Сергея Еремина, который ушел на работу заместителем губернатора по благоустройству городов края. Начать свою предвыборную кампанию Михаил Пашин, похоже, решил с эпатажной критики. С чего следует начать? Это с анализа и с чистки тех рядов, которые погрязли в коррупции. Мне известны многие фамилии, многие личности, кто в этом помешан, кто связан. В первую очередь, в случае выбора меня на главу города, комиссии, я проведу реструктуризацию кадров. Пока официальных соперников у Пашина нет, но о намерениях принять участие в борьбе за пост главы города заявляли депутат Заксобрания от КПРФ Максим Золотухин и председатель Краевого союза десантников Александр Шадрин. Подать документы будущие кандидаты смогут до 2 сентября, а конкурс состоится 8.